И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved с модом Ark Comes Alive. Ну и, собственно, по названию вы уже поняли, что делал. Но начнем мы, конечно же, с последних новостей. Во-первых, да, конечно же, я поставил ДНК 2000 и, конечно же, сделал Птера себе. Вот он у меня тусуется здесь. Птерчик был 440 левла. Когда он притомился, стал 660 левла. Ну и, собственно, я его раскачал. Что он был 660, да, плюс 300 левелов, получается 960 левел. Как видите, я ему вкачал нехило дамагом. И, собственно, дамаг это полдела. Я ему вкачал и здоровье много, и скорость немного прибавил. Проблема в том, что он меня бесит. Он просто постоянно срет. Кучами срет. Почему? А потому что когда здоровья у него не хватает, он жрет и срет. Но давайте я вам покажу дамаг. Вот просто дамаг от души прям. Бэнкс! 323 723. Такой вот дамаг я... Оп! Убийство называется. Убийство, что-то давненько не было убийства. Вот, собственно... Вот такой вот я имею дамаг на альфа-птере своем. Мне вполне он устраивает. Кстати, это с третьей попытки только попался, потому что первый был 40 левела, второй 60 левела. Как было? То есть я запускаю процесс, закидываю ДНК, закидываю 1000 первосортного мяса, закидываю ДНК, нажимаю старт прогресс, включаю трубу, смотрю, кто там, какой левел, ага, маленький левел, зажимаю, здесь 100 прогресс, жду, пока появляется, то есть тайминг, и я стопаю, закидываю новую ДНК и так далее. То есть мясо оно не тратит, мясо оно тратит со временем, и вот так я смотрю, 440 левел, думаю, да, вполне нормально будет, ну, как и угадал, вполне нормально, мне, по крайней мере, хватит. Также, конечно же, я очень много чего повыбивал, а именно брони на себя, брони на животных, альфачей и так далее. Как видите, у меня сейчас очень сильная броня, 5700, конечно, это не максималочка, но все же. Так, что-то мне нужно для твоей починки, потому что у меня опять сломается, забыл я чутка про него, шкура и полимер. Извиняюсь, конечно, просто реально я про него забыл, что надо его чинить, и ломается он, ну, крайне быстро, и это крайне раздражает. Но это все фигня, зато толк от него немало. Что же сегодня будем делать? Конечно же, я вам немного расскажу о кубах, о том, о боссах, как вызвать боссов, и что, да как, да где. Все делается легко. Во-первых, вам нужно 100 левел. Неважно что, неважно как, если на сервере нет возможности докачаться до 100 левела, боссов вы не вызовете. Ни одного босса из куба вы не вызовете. Потому что вот это говно, Dinos Summoner, он изучается только на 100 левеле. Найти его легко. Ищите, где кубы находятся, всякие разные. И где-то здесь он будет. Так. Кубы-то вижу, а вот альфа-сёдла, вот он, суммонер. Опаньки. Изучается он, как видите, ничего не требует, вот, но зато дает очень много всего, твою ж мать, а. Вот, и, собственно, когда мы его изучили, подходим вот к этому столу, то есть, ну, понятное дело, надо его сначала изучить, поставить.
Ну, я думаю, вы это изучите, так как вам нужно будет вот эта вот штука ДНК-2000. Как видите, создается она из Toxic Blood, Alpha Heart, Кристалл и Слиток Металла. Ну, как бы это все фигня и делается легко и просто. Кстати, здесь же также можно вот на хранение ставить и так далее. Но мне вот этот личный сейф больше прикольнул. Ну, хотя в том сейфе зато вроде бы 1000 слотов. Так что, наверное, доставить. Так, куда я залез-то? Появляется он вот здесь. То есть не надо никуда не шариться, не искать, появляется он вот здесь. Что же он требует? Требует всего лишь 100 слитков металла. Он реально нифига не требует. Поэтому создать у вас вообще проблем не составит. Я его создал сначала просто тупо. О, смотрю, можно создать. Ну, нажал создать. Ну, мне там я лута-то много закидывал. Смотрю, можно создать. Потом когда уже решил посмотреть, что он вообще стоит, смотрю, он просто тупо 100 металла. Думаю, ёб твою ж налево, такая офигенная штука стоит 100 металла всего лишь. Поставлю я пока что здесь. Здесь сразу же появляется Super Secret Text Test. Это такая, блин, не знаю, это, ну, это разрабы. Это разрабы одним словом. Вот. Выглядит, конечно, это не пойми как, не пойми, что здесь вообще, честно, я не понимаю, что это такое. Даже близко. Понятное дело, что эта структура просто покрашена в красный цвет, но здесь же что-то было сделано изначально, прежде чем мы ее полностью в красный цвет покрасили. Ну да и фиг. Заглядываем в инвентарь, и сразу же мы видим, во-первых, мы видим то, что мы уже изучали. Кстати, я не знаю, что будет, если не изучать эти кубы. Вот они, матрицы, нексусы. Я не знаю, а возможно, они просто, вот эти нексусы, не появятся. Не знаю. Но, как бы, я все изучил, поэтому у меня, собственно, все есть. Здесь же мы сразу же видим, нужно Chief Soul, то есть душа, душа, назовем так, душа босса. Вот, для каждого нужна душа босса, для каждого Nexus матрицы нужно именно Toxic Blood 200 и Alpha Heart 400. Но опять-таки же, с Toxic Blood, когда у вас появится альфач, вы не будете вообще нуждаться, так сказать. Вот, 1092. Вот, ну и сердца тоже, понятное дело, вы сможете выбивать в легкую. Так что сильно не беспокойтесь. Самое главное, вам нужно будет построить эту вот балдень и все. Ну-ка. Ну да, ночь таки быстрая, но меня все равно это напрягает. Просто я поставил так, чтобы хоть как-то ночь двигалась. Эй, ладно, короче, еще все равно же я рассказываю. О, кстати, пол, почему бы и нет. Вот он. Все равно рассказываю, все равно я стою около печи костра, так что разница. В общем, нексусы это те самые мамонты и так далее. В общем, много-много до нексусов мы доберемся. Я, честно, по нексусам сильно много еще ничего не знаю. Вот, но до нексусов я еще доберусь. Здесь Evolution Compi Matrix. Это, помните, в начале, так сказать, всех этих развитий и так далее, стоял маленький компик. До него тоже, как говорится, доберемся. Узнаем, что да, когда, где. Но, честно, я сначала не понял, что это за фигня. Дальше у нас идет Savage Bloodmother Matrix, Savage Dodo Rex Matrix, Savage Dragon Matrix и Savage Gorilla Matrix. Gorilla. Что тут у нас? Bloodmother и Дракон. Они вызывают суммонеров. То есть, по-простому говоря, вот, допустим, стоит босс, и вокруг него бегают еще мелкие. А, паучиха, помните? Паучиха, она вызывает пауков, да? Тучу. Или Индоминус Рекс вызывает рапторов, да?
Ну, как говорится, те, кто регулярно смотрят мои видео, те помнят, не так, регулярно и давно смотрят мои видео, те помнят, про что я имею сейчас в виду. Но, проще говоря, очень много суммонеров вызывается вокруг. Вот, и как бы они могут вызывать. Но Dodo Rex, он не вызывает никого. Единственная только проблема, для них нужен также душа босса, которые крашат сервер. И я с этим потом разберусь, я придумаю, как их убивать и так далее. Вот, даже тогда, когда крашится сервер. Вот, ну, лучше всего вызывать именно его. Для чего же они нужны? Те, кто регулярно смотрит мои видео, особенно по Arkham the Life, те помнят, что в начале, после первого стрима, там от Зака сразу же построил, стояли обелиски в доме. Так вот, обелиски именно выпадают со всех этих саважей. Также те, кто смотрели мои видео, помнят, какой лут падает с саважей. То есть там падают нуклеар эти гранатометы и нуклеар ракеты. Это говнище стоит, он выпадает не в большом количестве, а стоит она, сейчас я вам покажу. Допустим, оружие. Matrix Core требует. Сейчас вам покажу, что Matrix Core требует. Chief Fever Soul, Chief Bigfoot Soul, Chief Gigant Soul, Mammoth Soul и Rhino Soul. Ну, вы понимаете, да? То есть, чтобы создать этот сраный гранатомет, нужно Matrix Core. Но при этом этот сраный Matrix Core требует 5 Chief Soul'ов. При этом вы можете за эти же 5 чиф соулов вызвать, создать 5 Dodo Rex'ов. При всем при этом, конечно, если вы сможете его убить, вы после убийства получите очень много лута. И шанс получить этот гранатомет тоже не маленький. И опять-таки же, помимо всего этого, вы еще получите мини... То есть, также бомбы, ракеты, которые также требуют Matrix Core каждая. А, 30 штук она крашится из Matrix Core. Хорошо, ладно, 30 штук требует Matrix Core. При всем при этом, те, кто видели, как мы убиваем Садзака боссов, те знают, что этих бомб там вылетает такое количество, что они просто нафиг нужны будут. Вот та самая Chief Matrix требует Toxic Blood 60 и Alpha Heart. Этот куб служит для того, чтобы вызывать боссов и, соответственно, уже убивать их, чтобы получать души и так далее. Проблема сейчас заключается в том, что стоит боссов, какие-то крашат, какие-то нет. Но суть дела в том, что если вы залетаете куда-то, вызываете его, вызывается, допустим, определенный из боссов, то вас может крашнуть, и вы просто никогда не зайдете в игру, пока вас не убьют. Потому что когда вас убьют, у вас будет шанс респавнуться где-нибудь в другом месте. Не спавните у себя их на базе. От греха подальше. Вот. Спавните где-нибудь далеко от себя на данный момент. Потому что если вы, то есть у вас хорошая дальность прорисовки стоит, то вы издалека можете увидеть, ага, там горилла, допустим, меня от него крашат. Ну отлично, я не пойду к нему. Вот, и все, короче, ждать, пока его админы не сотрут. Как же на одиночной, то есть как вот я играю, да, на локальной сети, как же воевать с этим всем без чистки и так далее. Да, конечно, он там сервер сохранил, сервер загрузил, все дела, это, конечно, можно. Но это все фигня. Ну и важное, так сказать, что очень многих интересует, это Origin матрицы. Ну, тут не только Origin, вот, допустим, Origin Matrix.
элемент. Ага, понятно. В общем, Омега Анкила. Омега Бивер. Бивер это бобер. Омега Дедикурус, Омега Фок, Фрог и Омега Пингвин. Раз, два, три, четыре, пять. Вот Ориджин Матрикс, я не помню, что с нее, да как с нее. Плюс она требует артефакт. А, Ориджин мы и не заморачивались с Ориджином еще. Мы собирались, но там появился дебилоид. Ну, да ладно. А, эволюционированный Долорекс. Элементальный... А, ну, таких видел, да, я таких видел, я их таких видел. Они нередко вот в этом, ну, вот в этих горах спавнятся. На серверах, по крайней мере. Ну, понятно. В общем, там элементальный Долорекс вызывается. Ну, и, собственно, вот эти вот кубы, Омега, они нужны для того, чтобы создавать жуков. Жуки, которые дают вам просто сраного тучу ресурсов и огромные возможности. Просто огромнейшие возможности. То есть вам не нужно будет лутать ресурсы и так далее. У вас вам просто будут эти жуки давать все. Но в этой серии, понятное дело, я не буду показывать, как их убивать, как их вызывать и так далее. Создаются они легко. Допустим, слиток металлом, дерево, камень, цементная паста и полимер. Всего она требует, то есть каждого из предмета она требует по 1000. И я подозреваю, что именно, допустим, требует слиток металла, значит будет давать металл. Требует дерево, значит будет давать дерево. Допустим, камень будет давать камень, ну там может быть еще и кремень давать. Ну, цементная паста, наверное, будет давать цементную пасту. А, кстати, а жемчуг тогда где? Может, в цементной пасте. Полимер. Может, с полимером жемчуг. Не помню. В общем, с этим мы будем разбираться уже в последующих сериях. Вызываются они долго. В том плане, что сначала надо подготовиться. Поэтому, как бы, я сначала подготовлю базу, а потом я уже, то есть, ну, как базу подготовлю. Место для убийства, так сказать, подготовлю. А потом уже будем потихонечку, не торопясь, их вызывать. Вот, ну а в этой серии я просто рассказал о том, как построить вот этот елдак, извиняюсь за выражение, но по-другому его не назвать, и я один так называю его, вот, ну хорошо, вот эта красная карамелька, стоящая здесь, потому что многие люди не знают даже о том, как создавать эти сраные кубы, и что они из себя представляют. В общем, пройдемся еще разочек. Качаемся до 100 левела. Неважно что, неважно как, но на 100 левеле только открывается. Ищем, где альфа-седла, кубы альфа-седла. Потому что здесь примерно в этом области и лежит эта фигня. Изучаем ее. Бежим, создаем здесь эту гадость. Создается она из стала всего лишь. После того, как создаем, ставим ее и уже создаем нужные нам кубы и вызываем боссов. Некую арену я уже потом построю. Как вариант, один из этих островов я задействую под это дело. Какой-нибудь маленький островочек выделю и застрою его полностью, сделаю ареной. Маленькой, чтобы было легче убивать. Вот. И уже там будет видно, что, как, где. И так далее. Все, на этом все. Надеюсь, после этого у меня не будут писать в комментариях и в личку о том, что это за штука, как она ставится, откуда она берется и так далее. И вообще, что за кубы и откуда их брать, как вызывать боссов и все в таком духе. Я очень рассчитываю на то, что у меня после вот этого видео больше таких вопросов не будет. Ну, если будут, то их будет очень мало. Потому что это задолбывает. Ну, кстати, да, но чуть-чуть быстро. Все, на этом все. Опять-таки же, самое главное, с чего стоит начать, это альфа-птера сделать себе. Сделайте большого левела альфа-птера.
И вам будет уже намного легче добывать ресурсы. Именно Toxic Blood добывать, допустим, Альфа Хёрт и тучу странной брони. После того, как вы все это начнете добывать, вам уже будет легче все остальное создавать. Ну и опять-таки же эта скотина имеет огромное количество веса, что означает, вам будет легко бегать за ресурсами. Допустим, вот там вот у меня металл, да, добывает, но можно добыть. Взлетел, добыл металл, спустился и все, и никакого перевеса. Потому что у меня веса всего лишь 570, надо сбрасывать. Ну и все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Да, реально, подписывайтесь на канал, потому что следующая серия будет о том, как же все-таки создавать. Так что в ваших интересах узнать, как же их все-таки создавать. Ну а там дальше больше, дальше лучше, и будем уже, возможно, и боссов, и чифов убивать, и так далее, и смотреть, что да как с ними. Ну, там еще. Перемешку будем базу устроить красиво, потому что я чё, зря мод на мосты что ли скачивал и платформы. Такие вот дела. Все, на этом все. В общем, повторюсь, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.